Nike Vision DS7616 NIK2/16P. 16-канальный сетевой видеорегистратор с PoE-портами и двумя отсеками для жестких дисков. Устройство поставляется в крупной картонной упаковке с удобной ручкой для переноски. Внутри коробки уложен сам регистратор, сетевой кабель питания, набор кабелей и винтов для установки жестких дисков, USB-мышка, LAN-кабель и документация. Посмотрим на устройство поближе. Корпус выполнен из металла, лишь лицевая часть пластиковая. Общие размеры 39 на 32 на 5 см, вес около 3 кг без учета жестких дисков. Они приобретаются отдельно. Выбирайте модели с интерфейсом SATA и емкостью до 8 ТБ каждый. Можно установить один или два диска. Все зависит от ваших требований к размеру видеоархива. Спереди лишь USB-порт и светодиодные индикаторы работы. По бокам вентиляционные отверстия. Сзади 16 PoE-портов для подключения камер и один обычный LAN-порт для подключения к локальной сети, аудиовход и выход, видеовыходы VGI и HDMI, еще один USB-порт и колодка для подключения тревожных входов и выходов. Обратите внимание, что блок питания встроенный, а кабель питания съемный. Данная модель имеет 16 каналов для захвата видео с IP-камер с максимальным разрешением 8 мегапикселей и битрейтом до 16 мегабит в секунду на канал. Суммарные входящие и исходящие потоки 160 мегабит в секунду. Регистратор может выводить 4К изображение на внешний монитор, а производительности хватает для синхронного воспроизведения двух каналов с разрешением 8 мегапикселей и максимально до 16 каналов в низком разрешении. Одной из ключевых особенностей данной модели является возможность питания камер по LAN-кабелю. Общий PoE-бюджет составляет 200 Вт. Максимальная дальность подключения 300 метров. Это существенно упрощает прокладку кабелей и установку камер даже на больших расстояниях от регистратора.